центр Калифорнии. Там речка. Это была смотровая площадка, это еще не финишная прямая. Димуля спит. Я надеюсь, вам понравится этот влог. Не забудьте поставить пальчик вверх. Мост, мы на нем были, вы скоро увидите влог с этого моста. Мы в горах, мне здесь что в горах плоховато, если честно. Сейчас я попытаюсь посмотреть. Там снизу мост, и там есть река American River, American River. И эта река, она горная. Ты проснулся. Ку-ку. Что ты без лица? Мы остановились на остановочках. И смотрим на это. Вот, собственно, есть на American River. Кто-то? Идем дальше. Всем привет! Started it all.
Приехали куда? Ии, це не рафтинг. Андреа, уже привет. Скажи хай. Хай. Поговори на английском. I don't know your name. А еще что-то? Еще что-то? What's wrong with you? Андреан, встречай своего друга. Смотри, какая вода прозрачная. Андреан, опусти воду под руку. Она холодная. Видите, глубоко и прозрачно. Моя холодная. Ужас. Там была теплиша. А белые кроссовки, вода, болото. И там, я думаю, очень глубоко, так как там уже плавают лодки. Плавают люди. Мы тоже люди. Но мы сидим. Да, класс, это все ветер. Вау! О, класс, 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 смотрите. Вот у Юли это так классно. Холодно здесь, если честно. Куртку надо было. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. You were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it, said it was wrong. Started it all.
там вот маремуны, это их кабинет. Юля, Калифорнийская эмблема, уйди оттуда. Пожалуйста, уйди. Это музей, который там медведь живет. Это музей. Это музей, который Мария, хочешь Коліна побити? Мария. Правильно, пап. Я выключил. Не в ту сторону. Быстрее крути. На, крути, крути. Да, в всю сторону, в всю сторону. Ну, Мария, Анют, подними ее, она так вот крутит. Давай. А я возьму. Да, я подниму. Давай, давай, давай. Ша, ша, Мария. Все, тут надо сильно. Сильно? Давай еще по голове. Может, я сильно? Не надо, ты уже крутил сильно. У тебя сила, как у воробья. Ура! Прям такое, как я хотела. Ура! На. Мне не страшно. О, нет. Сейчас. СССРовские тренажеры. СССРовские тренажеры. Папа, у тебя палка тяжкіше мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, значить, да? Вони огородили, щоб ніхто не бачив. Ку-ку. Ого, там капець. Чіпера. Ого, і там ще пожар був. Що, згорено? Да, згорено.
домой. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Если это так, то не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал и оставить свой комментарий, потому что я старалась сделать этот влог как можно лучше, как можно интереснее. Но и также не забудьте активировать колокольчик, потому что если вы активировали, то после обновления он то исчезает, то появляется, и это вообще не айс. Так что не забудьте его активировать. И ну да, можете теперь смотреть другие видео.